Приветствую всех на канале Кухня Татьяны. Сегодня я покажу вам рецепт творожного кекса с маком. Я очень люблю выпечку с творогом за ее нежный вкус. А в этом кексе мне также нравится роскошный аромат мака. Для этого рецепта я беру сливочное масло комнатной температуры и начинаю взбивать его до тех пор, пока оно немного не посветлеет. Добавляю сахар и продолжаю взбивать. Затем два яйца, взбиваю их по очереди. Творог для рецепта я взяла комнатной температуры и тоже хорошо его перемешала. Добавляю просеянную муку, не всю, а частями. Муку я добавила ванилин и чайную ложку разрыхлителя. Муку я замешиваю быстро, немного помогаю себе миксером со специальными насадками на самой маленькой скорости. Затем я беру мак и немного измельчаю его в кофемолке. Так он отдает больше аромата. Добавляю в тесто и еще раз размешиваю, помогаю себе миксером буквально 15 секунд, чтобы мак равномерно распределился по всему тесту. Затем я подготавливаю форму, она у меня стеклянная. Смазываю края формы маслом и присыпаю мукой. Смеси выкладываю в форму, но, к сожалению, не записала, как я полностью наполняю форму. Выпекала я кекс при температуре 180 градусов ровно час. Кекс я положила остывать на специальную решетку. Пока кекс остывает, я сделала для него глазурь. Смешала сахар с лимонным соком. Получилась такая консистенция, жидкая, но не слишком. Смесь я налила в специальный мешочек, можно налить в обычный пакет и отрезать у него уголок. И быстро покрыла им кекс. Затем я сделала шоколадную глазурь и покрыла кекс сверху, так он стал еще красивее. Шоколадная глазурь застывает дольше, чем глазурь из сахара. Поэтому кексу надо дать какое-то время постоять, чтобы она хорошо подсохла. Кекс получился очень красивый и очень ароматный за счет того, что в нем много мака. Я разломила кусочек, посмотрите, какой нежный и мягкий. Спасибо, что смотрели мое видео. Мне будет очень приятно, если вам понравился мой рецепт. Всего вам самого доброго. Пока.